Добрый день. Ну, у нас сегодня немножко необычная тема доклада, потому что я буду говорить не только о технических медицинских аспектах молекулярной диагностики меланом, но также о некоторых новых организационных возможностях, которые появились. Ну, на самом-то деле за последние лет 10 в понимании молекулярной диагностики биологии меланомы не произошло почти ничего нового. Практически все меланомы так или иначе имеют активированный пролиферативный каскад, который включает в себя целый ряд молекул, и разница заключается только в том, какая из этих молекул активирована. Примерно 60% стартовое событие происходит на уровне мутации BRAF, это приводит к активации киназы МЕК, к делению клетки. Примерно 15% меланом имеют активацию в гене NRAS для клетки, впоследствии эти абсолютно одинаковые, но лечить такие опухоли сложнее. В акральных меланомах, в слизистых меланомах также бывает мутация в рецепторе ИД. Ну, на самом-то деле, самый, в общем-то, главный пример успеха в трансляционной медицине меланома – это, конечно, идентификация мутаций в гене BRAF и разработка ингибиторов к этим мутациям. Ну, здесь на самом-то деле старые картинки, потому что монотерапию вемурафенимом и дабрафенимом в отношении пациентов с меланомами сейчас никто не назначает, потому что эффект краткосрочный. На самом-то деле сейчас эти препараты всегда назначаются в комбинации с ингибиторами киназы МЕК, и подобная комбинация, она позволяет достичь более длительного эффекта, так как резистентность опухоли к лечению приобретается медленнее. Спектр мутаций в генах очень зависит от локализации опухоли. И, в частности, именно для слизистых меланом, именно для меланом акральной зоны характерны мутации в гене МЕТ. Ну, извините, мутации в гене КИТ. Мутации в гене КИТ, в отличие от мутаций в гене BRAF, они распределены по последовательности гена, поэтому их намного сложнее диагностировать, в отличие от мутаций в гене BRAF, которые встречаются всегда более или менее в одной и той же позиции. Второй нюанс. Если вы видите мутацию в гене BRAF, то у вас ответ на лечение практически гарантирован. Посмотрите на эти водопады. То в отношении мутации в гене КИТ ситуация намного более сложная. Есть ингибитор имотинип, но если его применять, одни мутации чувствительны к воздействию препарата, а другие мутации, которые вызвали меланому, они драйверными событиями являются, они на препарат не реагируют. Мутации в гене NRAS. Мы вообще стараемся делать эту диагностику, когда не нашли других мутаций, потому что это позволяет надежно исключить присутствие других генетических повреждений. Пытаются на самом-то деле лечить NRAS-мутированные меланомы при помощи ингибиторов МЕК. Исходит из того, что в любом случае здесь происходит активация вот этого каскада. Но если брать монотерапию ингибиторами МЕК, в общем-то, эффекты на самом-то деле они изредка наблюдаются, но на больших выборках пациентов они ограничены. И сейчас проводится довольно много исследований, как усилить действие ингибиторов МЕК в отношении NRAS мутированных меланом. Диагностика меланомы. С одной стороны, диагностика меланомы, честно говоря, проще, чем многие другие нюансы молекулярной диагностики, потому что если мы возьмем в данном случае мишень BRAF-мутацию, то подавляющее большинство событий находится в одном и том же участке генов, так называемом кадоне 600. И, казалось бы, здесь доступны достаточно простые тесты. Но есть два очень важных нюанса. Первый нюанс. Опухоль состоит из опухолевых клеток, в которых есть мутация, и из нормальных клеток, в которых мутации нет. Абсолютно критически необходимо убедиться, что когда вы делаете анализ ДНК, то в реакцию у вас попали опухолевые клетки. Для этого делается процедура диссекции. Морфолог осматривает препарат, находит участки опухолевых клеток и именно их вырезает для анализа. Я, к сожалению, по опыту знаю, что многие эту процедуру делают формально, либо не делают вообще, потому что это дополнительное время, дополнительные затраты. И как это приводит к тому, что получаются ложно отрицательные результаты, снижается процент мутаций. Второй момент. У нас для диагностики есть наборы, которые позволяют выявить только самые частые мутации. Частых мутаций, ну, примерно 85-90% от всех мутаций, которые нужно выявлять.
Но есть еще редкие мутации, которые метод ПЦР, аллельно-специфическая ПЦР, не выявляет. Крайне желательно все-таки комбинировать методы, использовать вторую процедуру секвенирования, которая подстраховывает ошибки ПЦР и позволяет выявлять редкие мутации. Если вы диагностику делаете правильно, то у вас частота мутаций в гене BRAF, то есть процент пациентов, для которых следует рассматривать лечение BRAF-ингибиторами, составляет 60%. Ну, по сути дела, я знаю, что на самом-то деле во многих регионах и учреждениях эта частота поменьше, во-первых, потому что пренебрегают процедурой диссекции опухолевых клеток, и второе, потому что используют экспресс-тесты для диагностики только самых частых мутаций. Теперь организационные аспекты. Чуть больше года назад Министерство здравоохранения создало при федеральных учреждениях систему референс-центров. По сути дела, федеральным учреждениям придали дополнительные функции. Что такое референс-центр? Это, с одной стороны, консультационный центр, куда вы можете обратиться по телемедицинским каналам, чтобы получить консультацию по тому или иному пациенту. И второе – это организационная логистическая система, когда не надо пациенту для выполнения анализа ехать в другое учреждение, вы можете направить биологический образец пациента, материалы его опухоли на морфологический или молекулярно-генетический анализ, и в течение 2 недель вы получите ответ. На самом-то деле, в рамках нашего института, теперь это исследовательского центра, который получил дополнительную функцию референс-центра, именно эта деятельность является приоритетной. У нас все-таки мы рассматриваем как это очень важную такую стратегическую инициативу создать сценарии взаимодействия между учреждениями по вопросам телемедицины, по вопросам морфологической диагностики, по вопросам молекулярной диагностики. И поэтому мы уделяем этому очень большое внимание. И что существенно, допустим, когда мы говорим о диагностике биообразцов, у нас учреждение само на себя берет все расходы и организацию и доставки, и возврата биологического материала. Ну, если говорить про меланому, то самое легкое – это диагностика мутации в гене BRAF, потому что эта диагностика, она покрывается и средством ОМС, и тут никаких проблем, вам надо просто заполнить документы на ОМС-тест, вызвать курьера, это, еще раз говорю, курьерская доставка бесплатная, и возврат образцов тоже бесплатный, тут никаких проблем нет. Другое дело, что другие тесты, которые у нас, тесты на мутации в гене KIT, тесты на мутации в гене NRAS, они, конечно, ОМС не покрываются, потому что там нет фактически стандартов лечения общепризнанных. Ну, на самом-то деле, по запросу врачи знают, с теми врачами, с которыми мы постоянно сотрудничаем, и которых идет поток пациентов на диагностику, мы всегда по запросу подобные дополнительные тесты делаем по необходимости. КИТ-диагностика крайне желательна для акральных и слизистых меланомы, иногда она делается от отчаяния. НРАС-диагностика, мы стараемся все-таки ее эпизодически делать, потому что все-таки если мы увидели мутацию в гене НРАС, то тогда тест негативный по результатам исследования гена BRAF можно является достоверным. Ну, плюс сейчас все-таки идут экспериментальные попытки лечить RAS мутированными опухолями, ну, новыми, в общем-то, экспериментальными методами лечения. Так или иначе, у нас полный спектр диагностики делается. Что еще существенно, мы очень тщательно следим за статистикой. У нас стабильная частота мутаций в гене BRAF – это чуть больше 60%. Ну, на самом-то деле, разумеется, у нас диагностика референс-центра не сводится только к диагностике меланомы. У нас есть полный спектр услуг как по морфологии, так и по молекулярному анализу. И, в частности, наиболее сильные позиции в нашем учреждении по диагностике рака легкого, рака толстой кишки, где делается полный спектр мутаций, полный спектр генов. И мне представляется, что это здесь уровень диагностических мероприятий, которые мы оказываем, он, в общем-то, все-таки полностью соответствует требованиям самых высоких мировых стандартов современной медицины. Надо понимать, что приветствуется, несомненно, работа в рамках ОМС, но при этом
есть исследовательские программы, которые позволяют делать то же самое тестирование в научных целях. Там немножко другой документооборот. Но в любом случае все-таки надо понимать, что у нас самая основная функция, самая основная миссия нашего центра – это научно-исследовательская работа, поэтому мы очень активно приглашаем докторов, наших коллег к сотрудничеству по линии научных исследований. Заключительный слайд, пусть он немножко повисит, потому что здесь контактная информация. Ну, если брать меня, то здесь моя контактная информация. Я курирую именно медицинские аспекты деятельности референс-центра. Если брать организационные аспекты деятельности центра, вызов курьера, документы, обороты и прочие какие-то нюансы, отправка результатов, ну, все вопросы технического взаимодействия, то у нас есть специальный отдел, который занимается взаимодействием с регионами, его курирует, ему руководит Анна Николаевна Малкова. Опять же, здесь есть ее контактная информация. Мы будем очень рады, если вы этой информацией воспользуетесь и будете с нами сотрудничать. Я сознательно оставил немножко пару минут на вопросы, поэтому если есть вопросы, то я так понимаю, что нам есть возможность их задавать через чат, и у некоторых есть возможность задавать эти вопросы в устной форме. Спасибо за внимание.